Пока здесь устанавливают стенды и формируют площадки для панельных дискуссий, круглых столов, конференций, корпоративных совещаний и образовательных квестов. Одним из самых значимых мероприятий станет второй молодежный форум. Он соберет лучших студентов профильных вузов из разных регионов страны. Будущие специалисты представят свои инновационные проекты и разработанные технологии в области трудовой безопасности. Специальная программа организована и для школьников, и учителей. Там также в игровых форматах мы будем закладывать основы осознанного отношения к безопасности, оказанию первой медицинской помощи. И, конечно, для преподавателей, как строить эту работу с детьми. У них тоже будет возможность пообщаться и с профессионалами в этой сфере, найти какие-то такие же новые связи с тем, чтобы привлекать специалистов с предприятий для работы в школах. Всероссийская неделя охраны труда проходит по распоряжению правительства Российской Федерации. Оргкомитет по подготовке и проведению мероприятия возглавляет вице-премьер Ольга Голодец. Если деловые площадки доступны только для аккредитованных участников, то посетить 8-ю международную выставку по промышленной безопасности и охране труда может любой желающий. Общая площадь экспозиции составит 6500 квадратных метров. Свои новейшие разработки в сфере безопасности труда и защиты человека, оборудование, специальные расходные материалы и многое другое представят российские и зарубежные компании. В этом году международный блок значительно шире, отмечают организаторы. Мы ожидаем около 60 международных экспертов с разных стран. Это не только Европа, но и Азия, и Австралия, и Америка. Мы ожидаем то, что площадка Всероссийской недели охраны труда станет реально нужным мероприятием с точки зрения повышения культуры безопасности во всех странах мира. И мы на, так сказать, на хорошей волне, чтобы реально закрепить это мероприятие в международном пространстве, чтобы оно стало не только всероссийским, но и глобальным. В этом году Всероссийская неделя охраны труда соберет больше 9000 участников. Это не только руководители крупных корпораций и частных предприятий, но и ведущие эксперты, представители федеральных ведомств. Всего же в период проведения самого масштабного форума в сфере охраны труда на площадках медиа-центра пройдет более 200 мероприятий, в том числе и показательные выступления МЧС. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.